Летом многим хочется отправиться в лес за грибами, ягодами или просто на прогулку. Поэтому именно в это время увеличивается число заблудившихся. Если вы потерялись в лесу, существуют определенные правила поведения. Например, нельзя хаотично перемещаться по лесу. Самое главное – соблюдать спокойствие и не паниковать. Разведите костер, подавайте сигналы ударами палкой по деревьям. По дыму и звукам найти человека проще. Если услышите шум от машины, железной дороги или лай собак, идите на звуки. Увидели ручей, передвигайтесь по его течению, он выведет к реке, а она к людям. Но помните, что из водоемов пить нельзя, так как в воде могут находиться бактерии и вирусы, которые вызывают отравление. Берегите заряд телефона, с его помощью в приложении карты можно определить свое местоположение и позвонить по номеру 112.